На этой фотографии 17-летняя Алена Мартынова. Вот уже полтора месяца ее разыскивают родственники и правоохранительные органы. 13 октября 2011 года 17-летняя Мартынова Алена примерно в 7 часов утра ушла из дома, расположенного по улице Калинина, города Пенза. Матери она сообщила, что отправляется на учебу в училище, после чего в обед позвонила матери на сотовый телефон и сообщила, что ее сотовый телефон украли. С 13 октября у Мартынова Алены больше нет никаких известий. Версия «погуляет и вернется» исследователями и родными отвергается. Девушка была домоседка, обучалась в училище номер 40. Знакомые говорят, мыслей о смене места жительства, учебы или разговоров о суициде от Алены не слышали. Приметы без вести пропавшие. Рост примерно 160 сантиметров. Волосы осветленные до плеч. Плотное телосложение. На ней была одета розовые кроссовки, черные джинсы, полосатые водолазка, а также куртка легкая. Имеющуюся информацию о местонахождении Алены Мартыновой можно сообщать по телефону Следственного управления 36 17 02 или в полицию по номеру 02.